Три недели пролетели как один день, и сегодня, 27 июля, в первой школе состоялось торжественное закрытие лагерной смены. Это немного грустный день для ребят. Немножко грустно, потому что эта смена была веселой, и у меня появилось много новых друзей. В следующем году приду еще раз. Концерт подготовили ребята, молодые таланты, которые активно проявили себя во время смены. Они показали веселые сценки, исполнили танцы и песни. На закрытии присутствовали и почетные гости. Они оставили немало теплых слов в адрес педагогов и воспитанников лагеря. Пожелали успехов ребятам по жизни и здоровья учителям. Труд облагораживает человека. Очень приятно, что вы и работали, и отдохнули. Вам, вашим близким, крепкого здоровья, самого здоровья, успехов. Два месяца перед педагогами стояла непростая задача – создать хорошие условия для отдыха детей, организовать досуг, способствовать интеллектуальному, а главное – физическому развитию ребят, обеспечить их безопасность. Итоги работы подвела директор лагеря Ольга Кузьмичева. Первая смена была в июне для маленьких детей в возрасте от 7 до 10 лет, и оздоравливались у нас 78 детей. Вторая смена – это уже возраст постарше детей. От 11 до 18 лет 100 детей, которые у нас оздоравливались. И еще я хочу похвастаться тем, что у нас было 33 ребенка, которые работали от центра занятости. Вот такую вот дорожную карту отдыха мы построили для города Снагурска. Все воспитанники лагеря были награждены почетными грамотами и подарками.